К другим темам, в Якутске обсудили поддержку молодых семей. Совещание прошло в республиканском парламенте. Участники отметили, что с 2014 года в республике действует программа комплексной помощи «Семейное счастье». За первую половину 2016-го документом уже охвачено более 10 тысяч человек. Также семьям полагаются социальные выплаты. Например, для семьи с одним ребенком ее размер вырос почти на 6%. Ежегодно, кроме вот выплаты детских пособий ежемесячных, мы предоставляем тоже выплаты на приобретение комплектов школьной, подростковой и так далее одежды. Это особенно перед началом школьного возраста семьи с детьми обращаются в управление соцзащиты за этими выплатами.